сейчас себе сидю, что сделай какую-нибудь. Володя, топорик бы один дал нам. Там. Николай берет. Вон в дровах есть пеньки для него. Че? Где рыбу чистили, там пенечки есть. Сидеть, смотреть. Вот. Топорик, нож. Еще одну чурку, может быть? Или не надо? Сейчас принесем. Кто никогда не вязал веники, можете подходить. Да, ну уже первое, что делать? Смотреть у березы, где веточки наберешь. Вот мы сегодня много набрали. Веточки, чтобы не было там сережек. Они как сережки висят. Если в бане, они дальше рассыпятся и не соберешь. Вот так надо рвать. Вот это маленький, это на отдельный пойдет. Вот это тоже маленький. Вот это я возьму. А равнять макушки нужно. А здесь вот это место. Так, садитесь. Бери, кто в руки. Вот берешь его. Вот этот вверху соединил и оторвал. Значит, не сережки, чтобы в березе не было сережек. Знаешь, висят сережки. Вот так. Бери. Все вместе брали. Дальше макушки соединяй и отрывай здесь. Так в руке держи плотно. Значит, ну это никуда не годное. Я его бросаю, потом можно сжечь и что угодно. Так, вот. Опять. Складываю, а которая ниже, это можно оторвать. Вот это разрываем? Или да, так? разрываем. Вот так опять. Когда ты это все знаешь, тебе быстро дело идет. Как связать? Трудно связки. Веники рассыпаются в бане. А нужно сделать, чтобы ни один веник не рассыпался. Так. Денег в русской избе многое приносил, особенно в бане. Иностранцы говорят, они какие-то, говорят, плути в бане себя хлещут до невозможности. Это маленько торчит, это отдельно бывает листик там, отрубишь его. Внизу желательно листья все эти убирать, отрывать. Они будут усыхать, когда и веник может рассыпаться. Ну, больше не надо. Веники немного. Вот этот веник. Теперь как связывать, смотри. Момент интересно связывать. Нож у нас для резать веревочки, а топор подровнять. Итак, смотри. Внимательно глядите, что я сейчас буду делать. Ну, примерно уже знаешь, сколько потребуется. Поэтому уже отрезаю. Вот так вот делаешь, смотри. Пополам. Вот такая один конец сейчас. И вот так вот петельку продергиваешь, да. На себя вот так натягиваешь. И теперь очень туго можешь затянуть ее. Так, делай так. Я еще не собрал. Ну, я позднее пришел. Вот это пойдет или переделать? Не надо. Переделать. Ты старайся, чтобы они вовнутрь загнулись. Теперь это гляди. Я его затягиваю. Это потом уже отрезать придется. И разделяю, когда затянул. А веревочка есть? Завязываю два узла. Это ничего. Я мало еще. Смотри, два узла завязал. Мало. И самый секрет вот в чем заключается. Внутрь, надо. Два узла, только два узла. Так, да? Теперь веди. Дальше я вот так вот его раздираю пополам и туда завожу веревочку. Почему? А она будет поддерживать. Если бы мы так сделали, перетянули вверху и внизу эти
жерди-то, и между ними связка была бы. Она никак не слетит, потому что она будет тянуть за собой ту. Теперь я ее сюда протягиваю, ее незаметно. Все, дальше она не пойдет. А у меня-то здесь вот она и есть. Я снова на перехрест и затягиваю. Все, его уже снизить не нельзя. Теперь растеребить. Я насколько помню, вот листья должны быть внутрь куда, а с обратной стороной наружу. Сейчас. Это не имеет значения. Как раз это не имеет. Вот. Теперь беру я топор. Топор это нож. Вот нож. Это топор удобный. Я его вот так вот беру. А? Нет, он скатывает. Смотри, смотри. Внимательно. Которые выходят, я аккуратненько их обрубаю. Они не нужны. Несколько листиков. Теперь это... Что, веревки нету, да? Сейчас вот надели. Я отрезаю нитку. Веревочку. Все. Теперь ставлю сюда, примерно вот здесь вот. Где не готов. Пожалуйста. Да, хороший веник. Вова, садимся. Веник, во-первых, для себя нужен. Легко подарить. И в-третьих, при бедности можно торговать. Игнать Тихонович, вот. Такой не продам. Собранный. Нужна этот, веревка. Ну, давай дальше делай. Веревочка вот. Заматывай, как я показывал. Еще не я ясно. Половину пропустил, как я тут ничего. Собирал. Главное, первый вопрос, чтобы не было сережек. Сегодня несколько такие были, и пришлось их забраковать. Иначе в бане ты обсыпешься весь. Здесь узел окон завязал? Несколько штук я взял все-таки. Нет, нет. Просто так? Вот так? И сейчас. Потом продел? Нет, ну, сейчас. Я вот так обычно. Которые мелкенькие такие сбрасываем, их потом соберем, маленький веник сделаем для ребятишек. Ну да, да, да. Наши сибирские веники славятся везде. Прямо на дорогах продают. И вот здесь вот сюда оборвать, который ниже уже идет. Вот я делаю и наговариваю. Вот которые отбросили мелконькие, из них потом маленький веничек можно сделать. Вот так. После оборота, Игнат Тихонович, я там не просмотрел. Сейчас. Я вот только дойду до этого. Подожди немножко. Видишь, они какие хультяпы. А когда сделаем, он выглядит совершенно по-другому. Вот маленький сюда. Маленький такой веничек красивый сделать можно. Я ребятишек всегда учил в лагере. Они у меня все умели. И с топором работать, и с ножом. Ой, Николай, рубаху ты какую одел. Спросишь, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Ну я в ней работаю, в ней хорошо. Космонавтом вот. Хотят быть. А я делаю печь. А сосед говорит, нет, ты будешь сторожем и будешь пьяницей, как отец твой. Больше ничего тебе не светит. Почему? Сторож и пьяница. Потому что работать надо. Жизнь устраивает. Сторож и пьяница. Так, смотри. Вот это переделай все, денег и все твои будут. Они тебе очень сгодятся. Представь, где-то встретишься с кем-то и скажешь, вот такое-то дело. Дома куча. Научился веники вязать. Будет еще куча. Продаж в крайнем случае. Сейчас неизвестно, какие времена настают. Так, еще немножко. Вот это оборви вот так вот, которые тут лишние ветки. У нас таких берез, которые выпилили сегодня, даже ни один веник не сделал. Бывают специалисты, они тут пивом
каменку почует, плещет пивом. Класс. У нас этого нет ничего. Ну вот и хватило. Что теперь беру? Где они у меня тут, нитки-то? Ну вот у меня есть, можно отрезать, да от моей. Я принес, тут много было. У меня длинная, видите? Да я вижу, вижу, подожди. Хватит на всех. Вот они где. Бери сколько надо. Теперь завязываем опять петлей вот так. Смотри внимательно. Видишь петлю? Да, это я сделал, да. Теперь вот так натянуть ее. А теперь еще. И одну теперь отсоединяешь, и вокруг она с этой вместе встретится. И чтобы она выдержала себя, надо завязать. Так. Два узла. Крепко-крепко перетянуть. Два узла? Два. Можно сделать три, но два лучше. Сделаю в другую сторону, чтобы бабе узел не вязать. Дальше. Как только завязал, смотри дальше. Вот этот вот конец. Я его теперь продергиваю посередине. Вот здесь вот, гляди. Раздвигаю. Вот здесь вот. И туда завожу веревочку. Теперь крепко тяну к этой. А эта теперь, которая всегда слазит, она не может слезть. Теперь снова я здесь завязываю. Можно на один узел. И обвожу вокруг. А здесь уже можно на два узла и на два оборота. Оно красиво выглядит и не развязывается. Тут можно три узла сделать во избежание недоразумения. Да, все, веник готов. Я снова сажусь сюда. Смотри. Теперь я вижу, что у меня здесь. А, вот оно, которое отошли. Вот некоторые поднялись выше. Это ничего не значит. Все. Денег. За работу. Держи. Поближе, поближе, чтобы все это платить. Все. Продолжаем дальше. Видишь, как мы сегодня обогатели. Это надо где-то искать, где-то добывать, где-то ломать. У меня такое стихотворение, как мы с мамой с урывки шли и вспоминали, как мы вместе. У нас ручку делают два раза. Делали. Березку нагнешь. Что делать? Зайка. Ручка. Два раза длиннее, конечно. Конечно, ну. Вот я и сделал примерно такое. Так. Давай закрепляй. Опыт. Еще раз. Все, что один делаешь, раз рубил, все твое. Один срез был. Николай. Я батюшку спросил, он говорит, тебя уже не парится. Что в бане парится, сердце хорошее мало должно быть. Он должен вот такой толстый. Ну не такой толстый, а это слишком толстый. У нас знаешь, как мужики меряют. Спичечным коробком. Так. Ручка спичечный коробок? Ну, не в длину, а... Я даже не пойму, как на нем не видно. Сидушка моя. Сидушка, понятно. Богатая рысь. Мы это не считаем даже за чудо. Ни радиус не видно. Говорят, в мире есть только три дерева, которые белую шкуру имеют. Берем. Это береза. Акация. А нет. Кажется, секвоя и еще что-то там. И когда Пеле, журналист, этот футболист был здесь, ну, у него интервью брали, спросили, а что вам больше всего понравилось в России? Он говорит, березки. Березки. Березки сравниваются, они где-то отдельно сравниваются. Ну, я москвич, я поэтому делаю себе так, как у нас принято. А у него такой более этот, эконом вариант. Не дожи дать пропасть.
смотри здесь. Как мы сегодня Юрий, это да, нам задание идем. Это всем. Володя сказал, говорит, надо набрать. Вопросов нет. Беспрекословно. Тут еще много веников получится. Только вон сзади-то еще. Это я оставался один, когда они работали, уносили. Ну, кашу потом снимешь, в следующий раз еще. Жерди. А? Кашу потом снимешь, я пойду. Там кстати, будет. Да я тоже пойду сейчас, наверное. Куда пойдете? Купаться? Я хочу снять, как Юрий кашу делает. Нам надо кашу передробить у барабаша. Ну да.